Я слыхал, говорю, что нахуй обратно, типа, отводить хочет войска. Черников, Да. Киевскую область, блядь. Ну, вот я тут. В Киевской области? Да. Вот, оттуда его нахуй хочет выводить. Ёбаный в рот, предали российскую армию, нахуй. Сейчас вообще все спины плевать будут, нахуй. Да, конечно. А чё, не стыдно? Им, походу, нет. Чё, блядь, столько солдат погубили, нахуй. Ну. Пиздаться? Ну, походу. Это хуярят, что ли? Да. Вы, наверное, тоже в ответку-то хуярите? Ну, там что-то улетает, я не знаю, долетает, нет. Ну, до нас-то долетает. А что, у нас такое, блядь, вооружение такое, или все это пиздешь? Да, беспонтовое все. А, беспонтовое все? Ёпты, мать, а это реклама больше была, нахуй. Ёптвы, мать, позор, блядь. Вова, путь. Сейчас ему голову отрежут, нахуй, где-нибудь, блядь. Нахуй, когда это все надо было идти, блядь. Угу. Что-то сказали, 1500, типа, русских солдат погибших, я что-то сомневаюсь. Больше. Я говорю, что там, говорю, шибко жестоко? Ну да. А вы что так, просто тупо сидите? Ну сейчас пока да. А что ждете? Вот честно говоря, не знаю. А обратно пойдете, вас заклюют нахуй спину-то вам? Да куже. Скажут, фу, лохи, блядь. Обосрались нахуй.